Булочку. Булочка, ты грустишь. На работу ушел твой любимый. Да. Ой. Не печалься. Что? Ну, хоть когти поточить. Вот так вот. Так. Кто с утра недоволен всем? Что ты недоволен? Вовочка с утра в четверг ходит на работу. И ей это очень не нравится, когда она после сна из своей комнаты выходит и его не обнаруживает, чтобы поздороваться. Вот так каждый четверг. Недовольная вообще. Уже кошки переименовали. Ушел куда-то на работу работать. Тут ему что ли не работа? Кисоньку гладить. Очень даже работа. Ходит. Деньги зарабатывает совсем. Уже. И с утра с тобой не поздоровался, не зашел. Ну, да, обидно. Очень обидно. Недовольный хвост. Ну ладно, она сейчас пообижается и спать опять. Ну, лапочку, да, потрогать. О, спасибо, спасибо. А это? Ты прячешь лапки от меня? Ты лапки прячешь? Смешная, ворчливая. Редко у меня по утрам хорошее настроение. Но она не злится, она просто ворчит, ходит, ворчит, бурчит что-то там себе под нос. Интересно, лапы зимой цвет поменяли. Пятна какие-то белые появились. А так вообще летом, да и прошлую зиму, были полностью шоколадные. Здесь я заметила на всех четырех лапках. Хотя мороз, кстати, был меньше, чем в первую ее зиму. Ну, хоть трещинки с лапок прошли. Трещинки прошли, эту лапки за зиму потрескались. Да, булочка. Руки мылом было. И не нравится запах. Вообще, она, кстати, супер чувствительна к всяким разным запахам. Поэтому я почти не пользуюсь духами никакими и ярко пахнущими средствами. А тут мыло банановое подарили. Вот. Ей не по вкусу. Не по вкусу, не по запаху. Ну что, так и быть, да? Скажи, погрызу твой палец, раз уж ты настаиваешь. Зануда. Мне нравится, когда она такая, будто бы одолжение делает. Ну типа, ладно, так уж и быть. Человек назойливый, без любви кошачьей ты не можешь. Уделю тебе немножечко внимания. Но только чуть-чуть, чтобы не обнаглел совсем. Скажи, ты это меня бесишь, потому что так бесишь. Но я хочу твои лапки немножко потрогать. Это имитация жизни в природе. Вот какая-нибудь муха так с утра к леопарду подлетит.
и будет мешать по лапам лазить. Так же и здесь. Простите, простите. Назойливый у тебя человек, да. Еще мне нравится, что лапки. Руками трогать нельзя. А вот целовать можно. Можно поцеловать вашу лапку. Да, целовать можно, а руками трогать нельзя. А целовать булочку можно. Ах, твои поцелуи эти. Твои эти поцелуи дурацкие. Морду мою. Целовать можно. Да, а после поцелуя можно и руками потрогать. Ну, руками, конечно, нежелательно. Руками нежелательно. Как неудобно себя саму снимать. Коська-картошка моя. Коська-картошка спит еще. Вся в волосах. Извините, у нас утро. Раннее еще. Да. Луша подтверждает, что утро еще раннее. Можно немножко руками потрогать. Чуть-чуть только. Только чуть-чуть. Как у коготочки не стрижены. Кажу, ну ты борзеешь, ну ты борзеешь. Вот так разрешает трогать кота. Начинается сразу коготочки покажи, зубы покажи. Я тебе фигу покажу. Наглая человечишка пришла и мучает котяру. В козюбке, на зевке покази, немножечко. Мой музня. Скажи, когда папа думает, так не разрешает пить обмацать. Да ладно, все разрешает. Он еще в обнимашке. Ну ладно, не буду. Ну не буду лезть. Кого-то чесать, не перечесать. Тебя-то на экспресс-линьку не сводить. Ты кусается. Ой, ты кусака, собака меня. Говорит, как тебя еще прогнать? Покусать. Покусать только. Усы у него, кстати, тоже линяют по весне. Много повываливалось. Новые отрастают. Да ладно, сейчас я уже иду. Иду завтрак готовить. Я отстану от тебя. Поспать можешь наконец-то. А, зубки какие. Ладно, все, точно все. Хотела зубки мои посмотреть. Посмотри на своем пальце. Иди писи на горшочек. На горшочек пись. Да ты убьется моя. Ну ты моя убьется. Писить на горшочек надо. Да. Молодец. Молодец. Умница, булочка. Да. Кошечка-то моя. Любит она свой детский лоток вообще. Булочка, ты человек? Ты не леопард? Признайся мне. Да? Да что ты, человечек-то мой любимый.